Условия предельно просты. Нужно сделать фотографию с любым дорожным знаком и разместить ее в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм с хэштегом «Добрый знак». В Анапе к акции сотрудники ГИБДД и яхтсмены подошли творчески. Отдел ГИБДД, отдел МВД России по городу Анапе призывает всех участников дорожного движения поддержать социальную акцию «Добрый знак», призванную напомнить о важности соблюдения правил дорожного движения. Присоединиться к акции может любой желающий, вне зависимости от возраста и социальной принадлежности. Для участия в акции необходимо сделать фотографию с реальным знаком «Дети», расположенной возле школы, либо дошкольного учреждения, детского сада. Фотографии могут быть как индивидуальными, так и коллективными. Сегодня на территории города-курорта Анапа к акции присоединились дети сотрудников госавтоинспекции по городу Анапе и яхтсмены муниципального образования город-курорт Анапа, чтобы поддержать данное мероприятие, напомнить всем участникам дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения.